Сегодня мы готовим драники у моей подруги из Беларуси. Картошку намыли. Какая красота у нас получилась. Так, повтори еще разочек. Что мы сейчас делаем? Сейчас яйцо, соль добавляем. Не отжимаем? Нет, не будем ничего отжимать. Просто картошка тертая, все. Некоторые добавляют крахмал. Я ничего не добавляю. Крахмал не добавляю. Вот так вот. Ну, продолжаем. Клиночек сейчас яйца будет бить. Какие желтенькие домашние. Mm-hmm. Ага. Если помогатор просто. Если не помогатор у тебя. Чтобы не толстенькие были. Не тоненькие, а толстенькие. Это я делала. Пышненькие. Да. Ну, вот и настал момент. Смотрите, как они раз. Сейчас. Ну что? Лепёшечки. Прямо ладушки. Следующая порция. Умелым движением. Сразу видно, всегда драники делает. Это же национальное блюдо, все-таки как-никак. Это да. Мы с детства этим страдаем. Драниками. Грудинка закусочная, очень вкусная.
сниму. Вода попала. Удобно одной рукой-то. Так, передаю камеру. Ну, приятного аппетита. Мягенькие, сверху хрустященькие. Лена. До здоровья.